открыл расширенное заседание Московского областного совета руководителей фракции «Единая Россия» секретарь регионального отделения Игорь Брынцалов. В своем выступлении парламентарий отметил, что в числе приоритетных задач за прошедший год стала помощь родственникам мобилизованных и добровольцев. В Подмосковье за депутатами закреплено около 15 тысяч таких семей. Результат этой постоянного анализа, подведения итогов, он дает свои плоды. Мы действительно команда, под лозунгом которым шли, на большую избирательную кампанию, которую проводим в муниципалитетах. Это очень важно для достижения результатов на всех уровнях. Депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа активно принимают участие в сборе гуманитарной помощи. В муниципалитете задействовано 9 пунктов. У нас совместно с администрацией создан и центр помощи мобилизованных. На Донбасс мы отправляем грузы. Это был 6-й уже рейс недавно, который ушел. Это и медикаменты, предметы первой необходимости. Это, естественно, обмундирование. И, конечно, мы работаем по списку, который нам предоставляют, что называется, из-за ленточки. Это и коптеры, это и прицелы, и ночного видения. За 2022 год депутатам удалось реализовать около 2000 наказов жителей, и наиболее масштабные вошли в народную программу партии. Стоит отметить, что в этом году в муниципалитете были проведены досрочные выборы по 3 территориям. Все избранники представляют партию «Единая Россия». Люди, которые избрались, это знаковые, достаточные, самодостаточные люди, люди, которые уже не первый год работают на нашей территории. Соответственно, на сегодняшний день наша фракция состоит из 24 депутатов, из 30. А это более 80%. Также на встрече обсудили планы на текущий период. Основная задача – это продолжать помогать и поддерживать военнослужащих, вернувшихся из зоны боевых действий, и семьи мобилизованных. И, несмотря на обстановку в мире, уделять внимание развитию территорий и исполнению наказов жителей. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, «Видное ТВ».